наименьшее ценовое предложение представило акционерное общество концерна радиостроения «Вега». Также наряду с ним участие принимала компания «Безопасность информационных систем» и ЗАО «Альфа-Телеком». По процедурам государственных закупок следующий шаг теперь за решением конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия в настоящее время приступила к оценке предложенной конкурсной документации со стороны участников. Мы планируем эту работу провести в максимально сжатые сроки. С учетом того, что поставщик также должен был представить пакет технической документации, будет проводиться также оценка технической документации. Оценка будет проводиться путем привлечения к работе также независимых технических экспертов, которые вошли в состав комиссии в качестве независимых наблюдателей, а также на соответствие поданных заявок законодательству в сфере государственных закупок, консультации по которым также будут проводить привлеченные независимые эксперты в сфере государственных закупок. Сам процесс отбора и определения победителя в рамках реализации данного проекта, как вы видите, максимально открыт, транспарентен. Подготовка конкурсной документации, технического задания, технико-экономического задания ранее велась с привлечением широкого круга общественности, организовывались круглые столы, общественные слушания. Этот же принцип был соблюден и при проведении непосредственно торгов. Наблюдать за ходом ведения торгов в режиме реального времени могли абсолютно все желающие. Это по открытой ссылке на электронном портале государственных закупок, ну и также все присутствующие.